Смотрите, какая роса фантастическая. После прохладной ночи и вот такая влажность. Фантастика. Просто как камни какие-то драгоценные, капли росы. Как здорово! Я впервые вижу такую обильную росу на траве. Это тяжелая роса. Положила всю траву на землю. Супер, как здорово! Иногда вот за такие мгновения нашей жизни капельки счастья, как капельки росы. Да? А мы все бежим куда-то, торопимся, разбиваем, сбиваем. Все меньше и меньше остается таких мгновений, и жизнь утекает. Привет, друзья! Сейчас вам покажу еще один дом. И назову цену. Вот смотрите, вот такой мобильный дом здесь стоит. Он как реклама для того, чтобы покупали остальные такие же мобильные дома. И они стоят от 20 тысяч фунтов стерлингов. И если вы захотите чуть побольше, они бывают... Одна спальня, две спальни и три спальни. Самый большой, гостиная большая. Все мебелировано. И если вы посмотрите внутри, то там просто хоромы. Вот такие спальни шикарные. Они все сделаны по-разному, знаете, в разных стилях. И вообще, вот еще такая как бы открытая верандочка. И вот такие ситинг-рум. Так вот, такой вот дом большой с тремя спальнями будет стоить от 80 тысяч фунтов стерлингов. И можете себе представить вот эти цены. Помимо того, вот то, что он стоит здесь, это не то место, в которое останется он стоять, если вы его покупаете. Если вы его покупаете, вы обязательно должны для него найти специальное место такое, где стоят в основном эти мобильные дома. Вот так выглядит этот мобильный дом, когда он уже установлен на лужайке среди множества точно таких же других домов. И вы должны арендовать там клочок земли только лишь для того, чтобы стоял вот этот ваш мобильный дом, который вы уже купили за 80 тысяч фунтов, допустим, да? И вы платите ежегодную ренту земли 5 тысяч фунтов стерлингов. Это очень большая рента земельная. И, в общем-то, конечно, только получается, возможно, для очень зажиточных людей. Но, тем не менее, эти вот дома, они пользуются спросом, пользуются популярностью и покупаются. И очень много тоже. Скину вам ссылочку вверху. Вот мобильный парк. Holiday Home, вот такие, это называется Holiday Home, то есть отпускной домик для отпуска, покупается 40, 45, 50 и до 80 тысяч фунтов. Еще хочу вам показать, посмотрите, какой живописный домик с консерватори, с пальмой, два таких островерхих разных, и садик впереди, и все бы замечательно, но понимаете, что он стоит здесь уже, со всех сторон подперли его, и, скорее всего, наверное, эту землю будут выкупать, потому что здесь на набережной очень дорогая земля, она вся застроена, вот видите,
Я показываю вам, это парк. Подступил вплотную к этому домику. Там дальше гольф-клуб. Они, конечно, здесь стоят основательно. И, скорее всего, что и продавать-то не хотят. Кто бы хотел съезжать с такого чудного места, да? Несмотря на весь их вот такой вот забор здесь, ограждение, но их просто притеснили. Посмотрите, вот специально, наверное, поставили рядом с ними городской туалет. Ну, согласитесь, что соседство уже не очень. И если подняться выше здесь, туалет длинный, большой. Это вот женское отделение туалета. И видите, просто в окна. За забором этот дом. Вид сзади, который я вам показала. И просто в окна ему построили туалет. Представляете? Ну, просто получается, людей выживают. И вот тот дом тоже подступил с другой стороны. А это вот я обхожу со всех сторон. Видите, как они тут забаррикадировались. И посмотрите, какая у них крупная ежевика там. Мне прям интересно, я обошла буквально вокруг этого домика. Тоже как-то никогда на него не обращала внимания. Вот видите, живут люди, но их подперли со всех сторон. Надеюсь, что они не получат предписание выселиться раньше времени. А у меня получается, как у той лисы. Хоть видит око, да зуб не имет. Представляете, какая крупная ежевика. И вот еще, пожалуйста, просто слюнки текут. Такую красоту видеть. Ну, а я вот нашла еще, смотрите, какую огромную ветку облепихи. Здесь постоянно вот такая облепиха. А в Англии лето почти уже закончилось. Вся жара основная прошла. И нужно ловить каждый погожий день. Хотя, посмотрите на небо. У нас уже здесь тучки такие довольно-таки объемные, большие. Но, тем не менее, дождя сегодня нет. И сегодня я с вами хочу прогуляться еще по одной очень красивой набережной на проливе Ла-Манш. Это город Сандаун. А вот пляж городской. Сейчас здесь довольно многолюдно. Ну, потому что все-таки, несмотря на такое облачное небо, плюс 25, тем не менее. И люди продолжают купаться в море и гулять. Посмотрите, сколько машин здесь стоит на парковках. Ну и также я хочу вам показать, в городе Сандаун довольно много все-таки многоэтажных зданий. Вот не удивляйтесь, что я называю вот эти вот здания такие трех-четырехэтажные многоэтажными. Потому что на острове, по крайней мере, очень мало многоэтажных зданий. Я, например, вот не видела здесь даже девятиэтажки. Четырех-пятиэтажное здание здесь уже считается многоэтажным. Так вот, одна из таких вот набережных, как раз набережная в Сандаун, где, как видите вы, отели все многоэтажные. Ну и потом здесь не только отели. Вот видите, как раз вот один из отелей, показываю вам сейчас, это такой отель, который опять же стоит в запустении, он заброшен. А это такие небольшие, handmade, вязаные, красивенькие сувенирчики, тоже интересно посмотреть. Так вот, много отелей заброшенных, выглядящих неприглядно, но тем не менее это как-то здесь никого не удивляет, что в центре набережной могут десятилетиями стоять закрытые отели, которые обрастают кустарником. Дальше мы с вами посмотрим это все. Ну и вот также еще в Сандауне строится довольно много новых домов и нового жилья.
Еще хочу обратить ваше внимание, когда мы с вами гуляем, и вы видите очень много здесь англичан, и это именно англичане, потому что все-таки сейчас в связи с карантином только англичане приезжают на наш остров с большой земли. И вы обратите внимание, сколько полных людей. А вот почему такое произошло? Как-то странно на самом деле, и я знаю, что многие из моих зрителей тоже замечают это и тоже удивляются, почему в Англии стало так много полных людей. Ну, как мы это называем, Макдональдс пришел и в Англию также. Хотя надо отдать должное англичанам, которые имеют голову на плечах все-таки, они Макдональдс не посещают. Но, тем не менее, мы можем с вами, вот пока гуляем, увидеть очень много полных людей. Хочу также обратить ваше внимание на вот этот ряд мемориальных табличек. Вот здесь, на набережной в Сандауне, их особенно много. Мы с вами видели мемориальные надписи на скамеечках, у них это на калиточках можно встретить. И вот здесь также еще и на набережной. И вы знаете, это стоит довольно дорого, чтобы установить вот такую вот табличку в честь какого-то знаменательного события. Вот по бизнесу тут я читала, ходила много, что исполняется сколько-то лет какому-то бизнесу. А вот некоторые, даже вот я вижу, видите, вспоминают своих любимых родителей или просто жену любимую вспомнил там муж. И видите, даже цветы, наверное, все это было недавно. Места, как вы видите, осталось еще очень много вот на этом парапетике таком, чтобы и дальше люди устанавливали такие мемориальные доски. Это все частные досочки, ну или бизнес, как я сказала. И таким образом, наверное, городская мэрия очень неплохо пополняет свой бюджет. Ну а мы с вами дальше идем по набережной. И я обращаю ваше внимание, сколько много здесь машин припарковано, видите? И через каждые 100 метров установлены вот такие вот автоматы. И вы оплачиваете, видите, за час ₹1.50, за 2 часа ₹2.50, за 3 часа 4 фунта, конечно же. Оставляете свою машину и гуляете. Тоже парковки в таких серьезных местах обычно бывают платными. И тоже очень хорошее пополнение для своей казны. Я даже, кстати, встречала, вот сейчас гуляю здесь много, долго, я встречала негров. Хотя, вы знаете, вот раньше негров на острове Уайт не было. Скорее всего, что это опять связано с тем, что очень много негров живет в крупных городах, в английских, в том числе в Лондоне. И сейчас люди из Лондона приехали отдыхать на остров. И еще хочу показать вам одну вещь. Вот посмотрите. Beach Huts. 25 фунтов за день, за неделю 70 пользуетесь. И дальше все причиндалы, которые вы можете здесь на пляже использовать, и там цена. Так вот, Beach Huts, это как раз переводится как барак или лачуга или хижина. Такие малюсенькие домики, которые я вам показывала, их можно брать в аренду тем, кто приезжает надолго. И вот я показываю один опять отель, который заброшен и который давно стоит вот в таком неприглядном виде. Так вот, посмотрите, сейчас я ближе подойду и вам покажу, как украшают местные жители вот эти заборы, которыми закрыт страшный неприглядный вид отеля, который уже не используется. Они придумали вот такие вот украшения, вязаные, видите, мы с вами когда-то на столбиках видели тоже, кто давно со мной гуляет по набережным. А здесь кто-то придумал вот такие чудесные вязаные панно, разные совершенно, вот видите, даже и вот такие вот, как флажочки, и даже как картины. И есть здесь еще такая вот надпись специальная, видите, и там написано, что я все это
сделала мое имя так-то, так-то, для того, чтобы закрыть некрасивое место, для того, чтобы глаз туриста радовался. Вот такое созерцать. Человек это сделал, наверное, по собственному желанию. Вот еще посмотрите. Другие уже такие, очень большие какие-то платки, панно, которые опять же закрывают неприглядный вид старого отеля, который закрыт и находится на реставрации. И знаете, вот это вот, наверное, и в других городах можно встретить. Я, по крайней мере, видела еще в Испании такое. В Европе, наверное, довольно часто. И люди это делают совершенно бесплатно, только по собственной воле. А мы продвигаемся дальше по набережной. И я хочу обратить ваше внимание на вот эту пару впереди. Посмотрите, как они идут, обнявшись, вот так вот круто. И вы знаете, вот это вот такие пары стали появляться тоже не так и давно. И, скорее всего, конечно же, это опять приезжие с материка. Потому что, как я вам показывала, здесь люди на острове Уайт, они ходят исключительно за ручки. И опять показываю вам многоэтажки. Посмотрите, здесь даже 5 этажей. Очень высокие здания. Эти здания уже современные. И это здания очередных отелей. Не могу сказать, что мне нравится дизайн этих отелей современных, но жить там, наверное, намного интереснее, чем если бы вы жили в каком-то старом, очень-очень старом английском отеле со скрипучими полами, со скрипучими дверями и с привидениями. Но тут, опять же, кому что, как говорится, кто что больше любит. Впереди мы видим на пирсе большое здание. Это развлекательный центр. Подойдем поближе, я вам покажу, как он выглядит. И вот опять показываю вам новый строящийся дом. Отель, наверное, скорее всего. Хотя еще покажу вам в конце видео дома. Их там сразу 2. Строятся именно для людей с апартаментами. А мы с вами еще немножечко погуляем по набережной и посмотрим, насколько здесь много приезжей публики. И ее сразу видно, как я уже вам показала одну пару. Вот, посмотрите, вот эти вот все молодые ходят здесь, красивые ребята и девчонки. Это все, скорее всего, приезжие из города Лондон. А наши старички в большинстве сидят вот на лавочках, обозревают просто, тоже любуются таким количеством разномастной публики и разных людей. Вот мы немножко поближе уже смотрим этот большой развлекательный центр, построенный на пирсе. Я не помню, сказать по правде, как он называется, но, наверное, даже и не суть важно. Я знаю, что там огромное количество игровых автоматов, и люди любят его посещать. И сладкая вата, и мороженое в больших количествах. Дома на острове Уайт, да и вообще, по-моему, в Англии дома новые строятся редко. В основном все старый жилищный фонд. Строится дом вот этот, видите? Вот так он будет выглядеть. И я хочу узнать, сколько же там стоит квартира. Вот он так строится сейчас, видите. Вообще надо сказать, что строят они быстро здесь. И выглядит на картинке он неплохо. Нужно найти всю информацию и посмотреть, что там. Полностью информация, но здесь видите. Two bedroom, three bedroom apartment с балконом, панорама на море и parking place. Наверное, дорого. Вот такая сегодня у меня прогулка с вами по набережной города Сандаун. И такая информация новая. Вот показываю вам это игровые автоматы
огромный такой павильон игровых автоматов, и посмотрите, сколько здесь желающих войти, даже очередь стоит. Все надевают маски перед входом и заходят в игровые вот эти залы. А это вот цены я показываю, чтобы примерно знали, сколько стоят у них чизбургеры и все остальное прочее. Ну, друзья, на этом, я думаю, я с вами буду прощаться. До следующего видео. Всего вам доброго. Увидимся, услышимся. Всем удачи, всем здоровья. Пока-пока.